Готовы? Мы продолжаем нашу послематчевую пресс-конференцию. И вашему вниманию главный тренер Алчевской стали Плотников Вадим Вячеславович. Вадим Вячеславович, ваш комментарий по сегодняшнему матчу. Ну, принципиальная игра у нас с Александрией, постоянно такие игры напряженные. Сегодня команда Александрии была удачной в завершающей стадии атаки, и это сыграло решающую роль. Я так считаю. Быстро, конечно, пропустили мы второй, третий, два гола подряд. Вот этот третий гол нас надломил немножко. Конечно, вдохновил соперника, они уже начали раскрепощенно играть. Ну, тут все было до, во втором тайме до гола. Кто окажется удачным. Ну, соперник хорошо сегодня тоже играл. Ну, и наша команда, я считаю, мы нормально играли, выглядели. Но еще с Акименко не в нужной форме, которую мы хотели от него видеть. Такие были голевые ситуации, то мяч не остановил, там головой мог забивать, промахивается по мячу на плечо. Такие решающие моменты. Тут все до головы. Вопрос, пожалуйста.